Всем добрый вечер. Доброе утро. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы хотим поздравить вас с всеми наступившими праздниками, которые произошли не только в мире, в нашей стране в частности. Сегодня для вас краснознаменный ансамбль, играющий фьюжн джаз-рок музыку в составе Леонид Берзович на гитаре. Поменял гитару, совершенно тоже Леонид. Манок Газарян, клавишный. Человек, который размачивает трость у сопрано-саксофона, очки одел, думает, что он будет по нотам играть. Антон Залетаев. Петр Лившин. Вот так. Ну, конечно, это особое ум, потому что без этого человека не обходится ни один практически приличный концерт. И к нам позже присоединится Вартан Бабаян, который будет играть на перкуссионных инструментах. Меня зовут Антон Горбунов, я играю на бас-гитаре сегодня. Спасибо. We'll be right back.
к нам присоединяется наш друг Вартан Бабаян. Леша, верхние клавиши в монитор, дай, пожалуйста. Thank you.
Спасибо. Леонид Бурзович, гитара, Антон Залетаев, Анатолий Казарян, Вартан Бабаян, Петр Ившин. Сейчас мы немножко сбавим темп и сыграем красивую балладу, которая называется «Фея». Thank you.
Thank you.
Спасибо. Вот такая была баллада. Спасибо. Наверное, она посвящена всем красивым девушкам и женщинам, которые сегодня пришли на наш концерт. Как бы сказал классик. А сейчас мы исполним замечательный один джазовый стандарт, но не в стандартном виде, который был написан очень давно, по-моему, в 30-х годах, мексиканской, я даже не помню, как ее зовут, мексиканской девушкой, которая писала песни. Называется он «What a difference they make». Вот он часто исполняем как за рубежом, так и у нас его очень любят и знают мелодию, поэтому мы его решили сделать. Вообще много на кавера набирает свои обороты, поэтому мы стараемся быть в тренде. Спасибо. Thank you.
сами бы не узнали, если бы не мелодия, не узнали бы ни гармонию, ни все остальное, аккомпанемент странный. Следующее произведение посвящается маленькому старому самолету, который прожил долгую жизнь на отечественных просторах аэропортов и пространства, маленькому Ан-24, который уже взлетает, его трясет, когда он поднимается, его тоже потрясывает. И самые приятные ощущения, поэтому кто летал, знает, вот, это такой аттракцион. Поэтому следующий призыв называется «Старый Самоль». Старый Самоль, современные люди, может быть, не совсем знают, что такое Самоль. Самоль – это самолет. Вот, меня часто спрашивают об этом, что такое Самоль, что это такое написал? Я говорю, самолет называется. А. Итак, «Старый Самолет». Thank you.
сел наконец-то. Сейчас одна такая философская релическая пьеса, которая называется «Экспресс за линию горизонта». Thank you.
еще раз хочу напомнить, что сегодня для вас играют замечательные отечественные российские музыканты Манол Казарян, Леонид Кирзович, Антон Жигитаевич, Петр Ившин, Артан Бабаян. Спасибо. Пьеса Леонида, мы специально не играем для нее. Ее играем для него. Да, хватит. Напарник. Мы сразу не успеем. Мы ее тоже иногда ценим, любим, уважаем. We'll be right back.
Гитара. Сур. А ну, Газарян, справился. Просто вот вытащил. Антон залетает.
Поздравляю. Это точно. Такие правила брать безопасно. И еще одна пьеса для наших милых гостиниц. Для наших гостей. Для наших милых дам, женщин, девушек. Еще одна пьеса называется «Встреча». Thank you.
Спасибо. Вартан, дорогой. Thank you.
микрофон, залетаю! Thank you.
которым Шимбардан Бабаян. Thank you.
Спокойной ночи. Спасибо большое, что пришли на наш концерт. Приходите еще, мы обязательно играем здесь. Если вам понравилась эта музыка, вот там есть диски, вы можете оставить память об этом прекрасном вечере. До свидания. Спасибо.